Ой, чьи ножки вводи. Слушай, деточка, не лопнешь ли ты? А мы сейчас на море. Да, доченька? Будем купать бабасика. Кое-кому сегодня 3 месяца. И мы первый раз ее покупаем, как и обещал папа, да? Ну что, папа, ты ее возьмешь или мне? Я возьму. Давай, бери. Бусечка, бабусечка. Коля берет Мику. Ну что, пойдем? А мы идем. Эх, папа уже взял эту девчонку такую красивую. Куда эта девчонка идет? Ноги мочить. Вот эти две маленькие-маленькие ножки. А памперсы какие есть запасные, если вдруг сейчас сядем в лужу? Смотрите, какие у нас маленькие ножки. Даже на мои пальчики не хватает. Маленькие ножки покатали по дорожке. Ты-то хук хотел сделать, что ли? Ну что, идемте? Сань, идем? Да. Софика, смотрите, уже плавает. Вот уже девчонка наша. Волны ловит маленькие, да. А Ника сейчас тоже. Смотри, как водичка? Теплая. О, холоднее. О, кайфово. Прям как в бассейне. Ну что, кнопы? Что мои кнопы? Какая у нее реакция, ты ее снимаешь. Давай, я буду ее снимать. Чуть-чуть. Ну-ка. Никуля, ой. Никуля, это что было? Ника плавает на море. Ух ты! Купается. Так и получилось, скажи, папа. Как батя и говорил. Замочил памперс. Замочили памперс. Намочили памперс. Ну скажи, не беда, у нас штанишки есть. Ё-моё, волны. Виноваты во всем волны. Слышишь, доченька, волны, это не папа виноват. Ну как, тебе нравится? Ну молчит, молчит, не кричит, значит, ей нравится. София, как ты думаешь, нравится? Думаю, я смотрю. Ой! Значит, нравится. Да, такая девочка, первый раз на море. Первый раз в водичке, вернее, в соленой, да, доченька? С волной тяжело предугадать. Вроде опускаешь, потом бум, и все, и попа мокрая. Да, ну ничего, ничего, скажи, доченька. Мне кажется, даже не нравится. И мне кажется, что ей нравится. Вода тепленькая. Сейчас прохладненько, она зажарилась, пока ехали. Ну, вода очень теплая. Ой, чьи ножки вводи. Все, папа, скажи, ты меня полностью решил вымочить, да? Замочил, да. Будем сейчас поменяем водик, не беда. Памперс, бомба. Бомба, да? Бомбочка моя. Пошли менять. Пойдем. Пойдем поменяем, и будешь уже лежать отдыхать. Может, тебя уже вообще всю покупать, не? Нет, папа, рано не надо, рано. Да. Хорошо. Перед отъездом. А ты, скажи, уже можешь купаться, ты уже большая, да? Круто тебе. Всем привет! Вы на канале Николай. И сейчас наша Ника разрешила купить своей сестричке игрушечку, обновку. А что такое? Вот она. Это украшка такая водненькая. Мы пришли сейчас в Тойрус. Вот София долго очень выбирала. А, водная раскраска. Вот и что, это вот ты открывай, открывай, нет, посмотрим. А, нельзя, тут, а нельзя, тут не открыть. А, почему? А ты я открывал. Папа же открывал. Ты раскрашиваешь, а потом можно стереть, нет? Нет, вот так делаешь. Но стереть уже нельзя, да? Я не знаю, тут вот картинка, как это нарисовано, вон, набираешь воду вот сюда, видимо, и потом что-то разукрашиваешь. Папа, ну, короче, высыхает. Если что, будет ей на другие водные. Ладно, раскраски, так и быть. Она высыхает. Высыхает. И... А да, вроде бы высыхает. И потом без света снова становится, Софика, да? Софика просто пользуется всегда все моментом. Брать хорошо, нож, да. Ей хоть что-нибудь. Ну, как обычно. Вот она, у подружек такая была, я увидела, что они высыхают. Ну, ладно, берем. В садике. Это тебе только повезло, что Ники ничего не берем. Слушай, ну мне Арсений подход, конечно, прикалывает. Он, ты заметил, вот мы всегда, когда ходим, он ищет PS5. И здесь она есть. И он такой, папа, тут есть PS5. Папа, тут а есть тебе PS5. Он все время намекает, папа, папа, может, надо купить. Есть PS5. Арсений, она в Бресте стоит $600, а здесь 1000. Папа, здесь есть PS5. Пофигу ему. Папа, здесь есть PS5. Мама, он везде там, где есть PS5. 5. Для чего? У него уже есть PS4, я не понимаю. Мам, на PS5 только 2 игры, вот. А на PS4 можно хоть 100 игр. Вот правильно, молодец. Арсень, правильно. А София мне говорит, на PS5 только 2 игры, а на PS4...
Покажи. Где на PS5? Вот, PS5, раз, вот два, три, четыре, пять, шесть, мама, семь. Это вот еще это вот игра, 10, и вот 11, эта игра. 12, 13, это еще не все диски, да. Мы ходили в магазин в Дубай Моле, там дисков, может, 100 уже есть. На PS5? Да. Ой, Дед Мороз только вариант. А я Деда Мороза хочу компьютер попросить. А, ну тогда, извините. Мама! Мама, что? папа, я нашла себе кое-что на Хэллоуин нам. На Хэллоуин? Что до Хэллоуина, ё-моё? Слушай, деточка, не лоплешь ли ты? Нет. Какой-то размер 3-литровой банки. 3500 грамм, 1,5 килограмма. София. Могу взять целых три? Не-не-не-не-не. Или вот такой вот. Мини-фрут-джелли. У нас, как обычно, София заходит в магазин и прямо сама стоит по конфетам. Помнишь, мне свет вот такую вот покупал сумочку? Не помню. А я помню. Вообще, ну такую, если только на всех. Да, вот реально на всех поделишься. И Саша, и Арсений. Да. А ты же еще Саша проспорила, да? Да, Скитлс. Скитлсы она проспорила. Папа. Купим за нее Скитлс и отдадим Саше, ну, чтобы ей урок был. Да? Хорошо. В следующий никогда раз. Не спорь. Да, в следующий раз будешь нет, сама нет, отдавать. Нет. Нет денег. Давай. А Никуля вот тут лежит. Так. Ничего себе не выбирает, да? Ничего, никаких конфет, скажи, мне не покупаю. Подрастет, будет покупать. Будут покупать, да. Мама, кстати, я нашла хаутский бинбузл. Бинбузл, пойдем покажу. Ой, пошли, что там она еще нашла? Реклама в супермаркете закрывает. Хэллоуин бинбузл. По тем же ценам, папа Коля. Что и это? Какая вкуснее, ты думаешь, будет пачка? Такая, которая у тебя или которая... бинбузу. Это потому что мы уже, я такую уже ела, с братьями делилась. Ладно, мне, тогда мне, пошли. Я ее дедушку покупал, только такую поменьше сумочку. Все, я поняла, бери, а клади. А ты, Саша, какую проспорила? Маленькую? Зеленые. Маленькие. Маленькие, зеленые. Вот так, еще они спорили, что София говорит, я не буду с Арсением, обиделась на него, сказала, не буду с ним разговаривать целую неделю. И через 5 минут еще разговаривать. Саша сказала, ты проспорила мне. Ты должна мне скитлсы зеленые. Да, тебе повезло. Да. Ребятки, мы сегодня смотрим салют, который находится на Марине. Сегодня открыли глаз Дубая. Это колесо обозрения высотой 250 метров. С нашего апартамента отлично все видно. Мы решили не ехать, потому что сегодня выходной. Да. Вау, как круто. Очень все красиво. Вот так мы это смотрим. Папа тоже снимает с Никой. София тоже снимает. Ой. А мы смотрим. Вот видите, оп, все отлично видно. Красота.